Всем доброго времени суток, это Invest Warrior, и сегодня я представлю вам проект CryptoSolarTech по адресу cryptosolartech.org. CryptoSolarTech — это блокчейн с солнечной энергией, то есть блокчейн и энергия для лучшего мира. По сути, здесь будет добыча криптовалют с помощью асиков в Испании, и этот токен нужен для того, чтобы закупить оборудование, закупить солнечные батареи и начать майнить. Итак, сейчас проводится ICO, уже собрали SoftCap. SoftCap был $1 миллион, но собрали уже более 8 миллионов. Соответственно, уже SoftCap достигнут, а хотят собрать 71 миллион 400 тысяч евро. Большая цель, но вполне возможно, потому что проект реально собирает инвесторов и имеет реальную деятельность. То есть здесь нет каких-то великих идей, здесь просто мы закупаем вечно солнечно в городе батареи солнечные и майним криптовалюты. Итак, для того, чтобы купить крипту, вам надо будет нажать здесь Buy Tokens. После этого вы перейдете на сайт, где надо будет зарегистрироваться. Для этого здесь надо будет справа вверху нажать Sign Up. Здесь заполнить все свои данные, в том числе эфир кошелек, и согласиться с правилами. И нажать Sign Up. Тем самым вы сможете в кабинете уже купить токены. Ну и теперь рассмотрим сам проект. Итак, какая же есть проблема? Есть проблема в том, что криптомайнинг поглощает очень много энергии в больших количествах, и электричество дорожает. Вот, есть отходы всякие там, ну, с обычных там. В Китае, например, там вообще уголь жгут, это выбросы. А солнечная батарея – это экологически чистый майнинг, здесь нету загрязнений. И с помощью солнечных батарей можно вырабатывать 45 тысяч киловатт, и это позволит майнить в больших промышленных масштабах. Здесь нету азота, здесь нету никаких проблем для окружающей среды. Итак, что такое CryptoSolarTech? Ну, образно говоря, это будет компания, которая запустит свою криптоферму, где будет 3000 асиков, которые будут добывать различные криптовалюты. И это будет в провинции Севил в Испании. Поэтому здесь все понятно. Если вы хотите технические данные, я советую нажать на Download White Paper. И здесь вы можете прочитать 33 страницы, полное описание, как это будет работать, почему именно солнечная батарея. И здесь видно, где лучше всего солнце есть, да, где солнца почти нет. Как видно, вот в России почти солнца нет, со Скандинавии и вот Северной Европе. То чем вот южнее, здесь солнце уже больше, то есть киловатт на квадратный метр в Африке и в Испании, и там вот в некоторых странах очень много. Поэтому надо майнить там, где солнечные батареи и солнечная энергия дешевая. Итак, соответственно, здесь собирается пул, делается глобальный проект, и Респира Энергия будет гарантом 15-летним контрактом. То есть эта компания уже заключила 15-летний контракт с электрическим продавцом солнечных батарей, поэтому никаких проблем не будет. Итак, как же будет здесь все распределяться? 80% получит инвесторы, кто владеет токенами, 2% на баунти, 15% на команду и 3% на маркетинг, на рекламу. Кстати говоря, токен будет сделан на ERC-20 на эфириуме. И здесь есть майн-платформа, если вы заинтересованы, можете, в принципе, посмотреть. И, кстати, на ICO цена одного токена CST будет равна 0,10 евро. Вот, ну и от прибыли как будут распределяться проценты? Соответственно, 80% пойдет на развитие, да, то есть закупка новых асиков, новых солнечных батарей, новых там складов, а 20% уйдет уже на оплату вот этих, на лицензию, на пул, на инфраструктуру и на содержание всего. Поэтому можно сказать, что развитие здесь вполне запланировано. Итак, пройдемся по токен сейлу. Токен сейл начался 16 апреля 2018 года. Всего токенов более чем 1 260 000. Заканчивается 14 июля. То есть у вас есть еще время, чтобы купить эти токены. И всего будет продано 1 008 000 000 токенов. То есть 80% от общего пула. SoftCap хотят собрать 983 тысячи, уже собрали 8 миллионов, и HardCap хотят собрать 71 миллион долларов, точнее евро. Ну и принимают эфир, биткоин, лайткоин, биткоин кэш, Ripple и фиат. То есть, в принципе, купить можно очень многими способами. И минималка сейчас 5 тысяч
токенов, то есть 500 евро. То есть для больших инвесторов только здесь доступно. Если у вас нет 500 евро, вы не сможете участвовать. И различные бонусы, различные цены на различном периоде ICO. Как видно, чем дальше идет период ICO, тем дороже будут токены. Соответственно, сейчас вот с 1 мая токены уже по 6 центов, с 16 мая токены будут по 7 центов, с 31 мая токены будут по 8 центов, и с 15 июня весь месяц до 14 июля токены будут уже по 10 центов. Вот такие дела, здесь есть калькулятор, примерно прибыли, да, то есть понятное дело, что учитывается не все, потому что курс биткоина и всех криптовалют может меняться. Но, тем не менее, вот при депозите 500 евро, можно сказать, что вы вполне можете получить прибыль от 600 евро в год до 860. Поэтому токены можно даже просто держать и потенциально получать с них прибыль. Рассмотрим roadmap. В феврале 2018 был уже договор, соответственно, с гарантом. В апреле 2018 стартовали ICO. Дальше в мае 2018 договорились с SECA. После этого в июне 2018 будут различные договоры с электричеством там и еще с всякими этими окружающей средой и так далее. В августе заканчивается вот ICO. Все уже будет закончено. В сентябре по плану купить землю, даже так, и построить парочку складов для майнинга, ну и купить асики. Дальше уже в октябре 2018 будет лицензия на фотоволтаик plants, то есть уже на солнечные батареи и, соответственно, фотосинтез здесь тоже присутствует. Ну и после ноября 2018 будет майнинг, уже инсталляция асиков, и весь процесс пойдет с фотосинтезом, с майнингом в апреле 2019. В общем, все уже будет работать. В принципе, не так долго ждать, примерно меньше года, и уже раньше, возможно, будут токены на биржах. Вот, и ивенты, то есть собрания по этому поводу можно посетить в Испании, как видно. Вот, выступать будут в Севилье 9 мая в отеле Collection Sevilla. Поэтому для тех всех, кто рядом, вы можете посетить и узнать более подробно, как это все будет работать. Команда тоже состоит из испанцев, и все они достаточно опытные. Поэтому можно сказать, что у них есть большой шанс, что все получится. Также партнерство есть со многими компаниями, и вот эта Respira Энергия будет им помогать в плане энергетики. Контракт уже на 15 лет. Также можно почитать на различных ресурсах СМИ, CryptoInsider, Bitcoinist, CoinSpeaker по этому проекту статьи. Если у вас есть вопросы, то вы можете связаться с помощью имейла. Также есть Telegram-чат, есть форма. Кроме формы есть еще вот социальные сети. Это Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, Medium, GitHub, Reddit и Instagram. Я вообще советую, кто разбирается в коде, зайдите в GitHub, посмотрите код, насколько он актуален. Если вам нужно быстро получить ответ, советую написать Telegram, потому что в Телеграме обычно есть кто-то из модераторов, и вам ответят достаточно быстро, чуть ли не лайв-режим. Проект перспективный, блокчейн и энергетика сделают мир лучшим, здесь будет все безопасно для окружающей среды. Софткап уже собрали, более чем 8 миллионов евро, и потенциал у проекта достаточно высок. Единственный момент, что минимальная инвестиция 500 евро. На этом обзор этого проекта я заканчиваю. Все ссылочки будут под видео. С вами был InvestWarrior. Инвестируйте и зарабатывайте.